Ты слышал истории об оперных певцах, которые разбивают голосом бокалы? Резонансом обладает любой хрустальный бокал. При определенной частоте звуковой волны он вибрирует особенно сильно. Проиграйте бокалу его резонансную частоту на большой громкости, и от собственных колебаний он может лопнуть. Пора попробовать войти в историю. Уже 12 бокалов, но разбитых нет. У Вендеры верная нота, но мало силы. Соломенко пляшет, но бокал незыблем. Это же впервые на экране! Разрушители засняли сенсацию. 556 Гц, 105 дБ, 20 попыток, и историческое достижение совершено.